randomskin.com – сайт покупки рандом вещей в CSGO. От случайного промышленного до случайного ножа. На сайте работают боты, так что после покупки вы быстро получите свой шмот. Ссылка на магазин в описании ролика. И всем привет, с вами Лего! Наконец-таки вышла долгожданная GTA 5! И это 60 FPS на фулл графе. Конечно же, вы уже, наверное, все видели ее много раз, все уже смотрели прохождение. Но на компе, на полных настройках, на графоне, я призываю вас ко мне в гости на канал. Сейчас довольно-таки уже темно, потому что я, наверное, один из самых первых ее скачал. Даже, кстати, не забывайте, я пойду стримить дальше игру на Twitch. А сейчас мы посмотрим графон. Игру я уже прошел на Sony PlayStation 3. Но, наверное, на компьютере продолжу проходить ее на Твиче. Также у нас будет 24-часовой стрим. Жду вас всех на Твиче. А теперь погнали в GTA. Цельтесь в заложников. Я хочу от первого лица. Классно, вообще. Туда, живо. Быстро! Быстро пошел отсюда. Вообще атас. А вы понимаете, почему я говорю атас? Потому что, когда вы управляете мышкой, это совсем другое, нежели джойстик. О, вот это тени. Подорвать. Сейчас будет большой бадабум. Найсуха, пайпуха. Конечно же, я попробую все ограбления банка, все дела. Так, а мы теперь зайдем в настроечки. Мы зайдем в графон. Директ 11. Полный экран. Формат автомат. Сглаживание. Так, вертикальное сглаживание. Все включено. А, что такое сглаживание MX? Ладно, потом я это все протестирую. Главное, что все стоит. И все отлично. И самое главное, это 60 FPS. Погнали, я от первого лица. От первого лица. Я, наверное, буду стараться играть в GTA от первого лица. Мы должны пройти пролог. Пролог это все видели, но не знаю, как он будет плавно выглядеть на PC. Забрать деньги. Забираем my money. Money! Money! I'm Vladimir Putin, big fat Oleg. Take my money. У нас уже куш 179 тысяч баксов. Чего стоим? Ничего не стоим, мужик, выходи давай. Полицейская морда. Спалил рожу. Я тебя запомню. Музон такой классный. Чтобы увидеть доступных чуваков, выбираем. Бам! Хедшот. Самое интересное, когда придет Тревор на всю эту разбериху, завариху, будет вообще просто атас. Так, у нас есть shift. Под шифтом мы можем носиться очень быстро. Так, а что у нас по звуку? По звуку у нас, по звуку. Вот только-только она у меня установилась в Steam. Самое прикольное, что на Твиче можно спокойно играть с музыкой, и никакие права не будут затронуты. Найти место для укрытия. Окей, не вопрос. Подожди. Я и так в укрытии же. Эй, алло. Алло. Вот же мое укрытие. Не понял. Не понял. А какую кнопку-то надо нажать, чтобы попасть в укрытие? Алло! Ну вот же я в укрытии. Все равно он не хочет в укрытие вставать. Что-то я не понял, нужно нажать какую-то кнопку же. По-моему, когда я играл на джойстике, у меня вообще никаких проблем не было. А здесь опять у меня какие-то проблемы. Не понял, я на карте встал. Подожди, двигайся к укрытию двери. Может, мне надо долбануть? Ну нет, не мне. Вот же написано, для даунов. Желтый кругляшок.
прячься, как мне спрятаться, как? Как мне это сделать? Что мне надо сделать? Что мне надо сделать, чтобы спрятаться? Ну, скажи мне, пожалуйста. Я могу оглядываться даже назад. Классно. Я нажал и Ctrl, и чё я только не нажал. Ну, спайсуха! 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 И он, по-моему, не говорил ни про какие кнопки, да, чтобы я что-то мог сделать. Не, это просто эпическая развязка, когда я не могу пройти старт GTA, но я ее проходил на PlayStation 3. Просто офигенно. Просто офигенно. Так, может быть, мне нужно на кого-то переключиться по фасту? Ни на кого нельзя переключаться, да? Нет, только за этого чувака. А что тебе не нравится-то, а? Что тебе не нравится, мать его? Давай, не надо никуда забираться. Вот он показывает ниже. Вот, я ниже. Ну не надо забираться. Ты можешь. Алло, чувак, давай. Это буква Q. Это просто эпик. Это была буква Q, чтобы присесть к укрытию. Ладно, скидку мне можно за утро. Поехали. Сейчас мы все бахнем. Это что, гражданская оборона? Да, это гражданская оборона. О, зима, здесь она еще более классная. И можно палить хеды. Вы понимаете, что такое палить хеды в GTA на мышке? Это просто вот так вот изичем. Оп, вот так оп. Сейчас я вам покажу, что такое хеды. Вот так вот оп. За что я начал не любил GTA 5 на приставке? Это потому что за кривое управление на приставке. А здесь оно просто идеальное. Уйти от полиции? Да я могу здесь всю полицию просто хейдить. Потому что у меня есть скилл. Есть скилл. Вставай. Вставай с колен. Коп, вставай. Ага, с дробаша он мне наяривает. Лежать. Оп, голова. Оп. Ну все, в сетевом режиме я буду профессионалом. Конкретным. Я буду Big Money Олегом. Давай. Мы спокойно дойдем до куда хотим. Все, это минусочки. Для нас это вообще не проблема. Хедшот. А, снег здесь такой красивый. Просто атас бабас. Куда вы там едете? Сори, чуваки, но вы даже не будете успевать выходить из машин. Заходи в тачку. Класс. Отлично. Тревор. Ну, сюжет я знаю, вы тоже, наверное, уже все пересмотрели сюжет. Мы, конечно же, будем в приоритете играть в GTA Online. Но если по вашим заказам, то спокойно ее можем пройти и на компе. Но я ее проходил, поэтому будет не совсем интересно. Вываливай, говорит, нахрен. Тут прикольные ограбления, наверное, будут. Бам! Старая добрая GTA. Обалденно. Поехали. Если, говорит, стоит дать назад, нажмите букву S. Да я и без вас это понял. Копы, здорово. Трактор, у нас сказали, будет новый автомобиль. А прикиньте, если будет работать воркшоп. Go ride, bitches. Yeah! Чуть
Чуть не так, чуть не так. Представляете себе, заработает воркшоп, новое обновление машин, какие-нибудь карты. Это будет вообще эпично. На компе это будет самый лучший вариант. Все, говорит, в порядке. Ну же, погнали. Нам нужно бросить этот автомобиль. Че, говорит? Нужно, говорит, все делать по плану, как задумано. Давай. Где, говорит, этот сраный вертолет? А вот тебе сейчас дадут вертолет. Оп! Прикольно, ниггера-то еще нету. Третьего ниггера. Ну чё ты там стреляешь-то где-то издалека? Ти, давай, Ти, тащи, ты же псих. Бери оружие в руки и вперед. Давай! Сагарс! Я Тревор! Я Тревор от первого лица! Куда ты там пошел? О, да, нашпиговывать пулями под 60 FPS. Это просто сказка. Просто сказка. У них еще тачки взрываются. Просто пульки, пульки. Знаете такие пульки? Опа-на. Опа-на. Привет, ребята. Эй, ты, говорит, стой. Стой. Ну-ка, все назад. Все назад. Спасли все-таки бабульку. А, Ти. Мне понравилась миссия, когда Ти... Начинаешь только играть за Ти, и он поджигает весь дом, и там такой бадабум происходит. Просто обалденно. Не знаю, конечно, насколько GTA будет держаться в топе, так как она уже всем надоела, насколько я понял. Сейчас здесь же будут обычные разборки и, по-моему, перестрелка в этом могильнике. Но все равно мне сказали, чтобы играть в GTA Online, то есть сам Rockstar. В смысле, он в описании тут говорил, вам нужно пройти превью. Вот он, Rockstar Games Present. Всегда умеет радовать и начинать игры. Не, ну игрушка реально просто отпадная. We know. Grand Theft Auto 5. Ах, хорошо. Одни загрузочки, мозагрузочки. Кстати, у него же сын Джеймс, такой толстяк, он вообще псих играет там в компьютерные игры. У него еще есть и дочь, которая спорно с актерами шарахалась. Ну там вообще сюжет прикольный, Rockstar умеет. Делать различные заварушки. Но вот управление, конечно же, чувствуется, что оно джойпадное, чуть как-то на клавиатуре бегаешь, все равно ты стрейфишься не так, как надо, влево-вправо. Или вот различные такие действия. Они какие-то видно, джойстиковские. Но мышку, слава богу, убрали. О, команд. Франклин, привет! Франклин тоже батя. Да, говорит, детка. Кстати, вот это уже первая миссия же пошла. Вот you, нига. Сейчас мы вдвоем поедем, да. Потом у Франклина будет на побережье дом крутой. Эй, нига! Нига. Интересно, как управлять от первого лица на машине? Вообще, оттасина просто. Оттасина. I'm here going... Оп! Кстати, можно же сфокусировать камеру на Ламаре, только какой понт я не понял от этого. Спецвозможность на капсе тоже все уже знают.
замедление времени, и вот так вот можно входить в повороты, но сразу управление машины становится какое-то дикое, вот так вот я могу оп сделать. Это у Франклина способность, спецспособность по вождению машин. Ти у нас летает, а третий, я уже забыл, что делает. Эй, нига-нига. Так, ну что, ребят, в принципе, мы посмотрели геймплей. Давайте прощаться. Приходите к нам на Twitch канал. Всех вас жду. Ну и всем пока.